Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет видео о закупке из магазина Лента. Закупка эта получилась у меня на этот раз на 800 там с хвостиком. Ездил у меня муж по списку. Соответственно, он у меня не снимал обзор полочек и новинок с Ленты. Но когда буду ездить я, буду обязательно снимать. Спасибо вам за огромную обратную связь, которую вы мне оставляете. Если я что-то спрашиваю, обязательно отвечайте. Мне это очень-очень-очень приятно. Ну и давайте покажу сейчас, что он купил. Итак, у меня тут разложил на столе все муж. Я тоже перекладывать не стала. Давайте начнем. Значит, купил вот кучу всяких вот таких вкусных соусов от Махеев. Очень они, кстати, классные, нам нравятся. Барбекю. Мне очень нравится вот этот терияки. Мужа любимый вот такой кисло-сладкий. И майонез купил легкий. Я хочу салатик своим мужчинам сделать. Так, здесь пакетики котам. Дальше хлеб. Вот такой столовый от Каравай. Какой-то батон солнышко. Два батона. Дальше купила вот такие вкусняшки. Хостеры. И чебупицы вот такие вот. Ну вот, у меня муж их, кстати, очень любит, а дети, нет, они не едят такие штучки. Вот, дальше здесь сметанка, имбирь, сливки. Это я хочу сделать тортик 33% для взбивания, в общем, для крема. Еще соломка. Дальше макароны, вот эти Барилла, очень люблю вот такие. И еще вот такие взял. Дальше фарш домашний, куриный, и еще куриная грудка, и еще один домашний фарш. Взял пиво вот такое, темный ржаной лагерь. Не знаю, попробуем. Здесь еще вот такие знатные макарошки. Я, кстати, из таких макарошек делаю этот такой салатик с ветчиной. И вот, кстати, ветчина. Значит, макароны, ветчина и огуречек. Очень вкусно получается. У меня младший очень сильно любит. Так, дальше здесь колбаска. Вот такой лентовский сервелат. И еще вот такой праздничный решил взять попробовать. Кстати, праздничная вот эта лентовская тоже очень вкусная. Потом здесь же сыр у меня лежит. Вот такой голландский. Сардельки, вязанка. Очень вкусные вот эти сардельки. И набрал всякие сыры. Обожаю, кстати, вот такие сырочки. С плесенью вот такой вот очень вкусный. И вот такой бри. Тоже люблю этот сыр. Прям вообще вкусняшка-вкусняшка. Так, и сало не могу. Он всегда у меня покупает. Но да, стараюсь много не кушать. И вот это вот у меня сулугуни очень любит муж. Тоже сыр. Дальше здесь он еще купил себе вот этот фонарик. Не знаю, нужен, наверное, зачем-то. Вот, видите. Вот такой вот очень интересный. Упаковку салфеток обычных. И здесь вот дали за покупку мини-лента. Все сюда сложил. Сейчас я вам, кстати, покажу. Распакую, покажу, что в них находится. Потом вот такую шоколадку. Вот такую шоколадку. Еще вот такие шоколадки. Потом разрыхлитель для теста я у него просила. И основа для пиццы 365 дней. Так, дальше здесь фрукты, овощи у меня. Значит, груши. А, вот такие конференции меня любят мужчины. Здесь огурцы как раз на салатик пойдут. Лимончики 4 штучки. Яблоки вот такие зеленые по 69 рублей. Это у нас какие Golden. А дальше помидорки здесь у меня. Так, гранаты. Кстати, обожаю гранаты. Мы с сыночком очень любим. И гранатовый сок тоже очень люблю. Дальше здесь мандаринки. Я вот такие большие немножко взял. Апельсинчики. Бананы. Видите, по 69 рублей. А потом вот такой красный лук на какие-нибудь салатики я его крошу. И обычный репчатый лук. Так, также у меня здесь сгущенка. Вот это очень вкусная сгущенка. Я его, кстати, ну, такую большую бадью беру, когда какой-то торт делаю, например, Наполеон. А потом еще остается на оладушке.
Так, капуста 18 рублей. Потом снова взял кукурузу, я ее отварю. Она продается поштучно в ленте. Очень, кстати, хорошая в прошлый раз была. Яйца куриные 30, мука вот такая предпортовая, тоже на какую-нибудь выпечку всегда нужно. Молоко, большая кружка. И вот такой сок, видите, новый какой-то. Новинка, яблоко, черноплодная рябина и черника. Кстати, я очень люблю черноплодную рябину. Мультифруктовый, яблочный. Конечно же, лимонад у меня муж всегда покупает. Вот такой Байкал и Пепси. Дальше у меня здесь кондиционер для белья. Вот такой вернель взял он, как я брала в прошлый раз. Корм для котов. И еще порошок попросила его взять, потому что уже заканчивается мой большой. Так что вот такая вот закупка получилась у моего мужа. Сейчас покажу вам чек. И вот показываю чек. Итак, вот сумма составила 8130 рублей, скидка по карте 2560. И также меня спрашивали, что же такое мини-лента. Я обещала показать. Вот, смотрите, это вот обычные продукты, точнее даже сказать не продукты, а товары, которые продаются в самой ленте, да. Только они вот в таком, то есть вот видите мои пальцы. На самом деле очень классно, у меня дети с огромным удовольствием ждут, когда будут какие-то новинки. Вот в этот раз попался такой боржоми, очень детей это веселит, особенно они любят, когда попадаются вот всякие кормы, видите, для собак, для кошек, вот такие пакетики Вискас, да, вот это памперсы. Макарошки вот такие, только внутри там нет ничего, там внутри такая... Ну, как бумажка обычная, просто вот такие маленькие упаковочки, видите, сыр с ветчиной, это кондиционер, как раз тот, который я купила, их вообще это не скрывает, ой, мама, твое, твое, знаете, это вот финиш, вот эти таблеточки, горячий шоколад, то есть видите, как классно, вот моя рука, да, и вот такие маленькие продукты. Вот. А для деток это, конечно, очень-очень классно играть, у них еще, у моих детей есть касса. Вот, ну, касса такая, знаете, просто игрушечная, покупная, да. И вот они иногда играют у меня в магазин, кстати, есть такое. Ну, вот, так что, вот что такое мини-лента. И еще раз повторюсь, что вот эти вот все штучки, то есть вот эта мини-лента выдается при покупке от 1000 рублей одна штучка. Здесь у меня получалось, ну, не больше, по-моему, 6 штук в одном чеке. Вот у меня как раз 6 муж и принес. Просто здесь еще взяла те, которые были, которые нашла, какие-то, может быть, растерялись у нас, честно, уже не помню. Ну, в общем, плюс еще там товары партнера, которые участвуют вот в этой какой-то ихной акции и так далее, за покупку этих товаров тоже выдают дополнительно. Вот, а так от 1000 рублей, то есть на каждую 1000 по одной штучке. Так что вот такие вот были покупки. И вот эти мини-ленты, вот еще раз покажу, смотрите, да, кондиционер для белья. Ну, это такая милота для детей. Единственное, что для совсем маленьких не рекомендуют, да, чтобы никуда себе не засунул, грубо говоря, ни в нос, никуда. Ну, а так, на самом деле, очень здорово и очень приятно, когда для деток есть вот такие вот вещи. Так что вот. Ну, а я буду готовить сегодня торт. Уже сниму, покажу во влоге завтра, то есть буду печь коржи какие-то и делать крем. В общем, там нужно взбивать сливки со сгущенкой. В общем, как-то так. Должен быть очень обалденный, очень вкусный торт. Не знаю, обязательно сделаю, попробую. И хочу сделать голубцы из капусты. Так что будет уже следующий влог, в котором я это вам все покажу, все, что я буду готовить.
Ну, я надеюсь еще, что вы извините за то, что не так разложено, как у меня обычно, потому что я знаю, что для некоторых зрителей это важно. Ну, мои, пока я там, в общем, туда-сюда ходила, мои быстренько решили мне помочь, разложили. Ну, как смогли мужчины, так разложили на столе. Но я думаю, что суть все равно ясна, и какие были куплены продукты, все равно было видно. А следующее мое видео уже постараюсь все-таки с обзорами продуктов, ну, то есть полочек самих, что, может быть, какие-то новиночки там появились, и так далее, постараюсь обязательно вам снимать. Ну, в этот раз просто так получилось. Вот, я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!